Распаковка посылки. Короче, посылка. Телефон. 1,8 килограмма. Запчасти. 1175. Перфорированный картон. Так. Упаковано. Блин, скотчем все обмотано. Несколько слоев прям. Смотрим, что внутри. Как до него добраться? Так. О, две половинки. Даже, наверное, больше, чем две. Ага, тут как раз какой-то документ я хотел разрезать посередине. Здесь что-то такое нужное. Так, как-то лучше вскрыть. Ну, замотано, конечно, блин, круто. А, наверное, было вот это сначала вскрыть. Так, что это? Это какая-то реклама. Комсомольск на Амуре. Технопарк. Бизнес-инкубатор. Так, окей. Продолжаем дальше. Две штуковины. Две половины. Одна. Сюда ее. Вторая. Так. Ничего. Так, как тут, с какой стороны лучше открывать? Картон. Много-много картона. Такое ощущение, что даже если, блин, автомобилем наехать на нее, то она выдержит. Сколько тут слоев. Так. Вот до чего-то добрались. Ну-ка, так. О, отлично. Классно. Еще и коробочка получилась. Пригодится. Чем-то складывать. Прикольно. О! Еще что-то нашлось. Визитка. Так, интересно. Отсюда выпало.
Так, это коробка пустая. Мусор. Вот такой конверт. А там внутри вот такая штуковина. И еще одна. Так. Аккуратненько. Как-то тут зашито. Первый такой даже вижу, чтобы картон зашивали. Обычно просто заворачивают. Интересно. Так. Отлично. Вот они. Как раз та ценность. Вот эти кубики. 10 на 10 на 10 сантиметров. Свечи внутри соединяются. Вот отсюда приходит сюда. Вот это свич на один и на второй. Вот, собственно, один и второй. Одноплатное вычислительное устройство. Выход. Так. Ага, здесь сейчас не прорезано. Отверстия нету. Ну, там, кроме отверстий, еще охлаждающие. По идее, так, SSD. Ой, тьфу, SSD. SD-карта есть. Дырка. Так. Здесь тоже есть. Ага. А вот достать будет проблематично. Ну, открутить и достать. То есть чуть-чуть смещено на один, на пол миллиметра. Даже меньше. Так, вот. Ага. Как-то... Во время транспортировки видно, что во время транспортировки выпало. Выпала одна плата. Надеюсь, все работает. Так. На работоспособность. Позже. Здесь все то же самое. Здесь дырочки нету. Здесь чуть-чуть смещено. Здесь нету. Здесь есть. Так, это под что вообще? Непонятно, надо разбираться. Отверстие. Наверное, наушники или колонки. Так, это, наверное, резет. Это сброс тоже, наверное. Здесь тоже нету, здесь есть. То есть не все прорезаны. Плата. Здесь плата тоже. Тоже получается, что она выпала во время транспортировки. Это надо пофиксить. Так, отверстий в плате нету, то есть крепить плату только... Ну, получается, надо подумать, то есть как минимум вокруг проводом, чтобы более держалось, более лучше. То во время тряски это все выезжает. Керамические здесь и здесь керамические радиаторы. В перспективе может быть что-то получше. Ну, в принципе, если на полную нагрузку не включать full time, то и керамических вполне достаточно. Так, сетевой шнур. В принципе, нормально. А, ну места мало. Ну тут, да, мало места. Поэтому... Ну вот, по крайней мере, в 10 сантиметров. Сейчас, кстати, проверим. Так. Вот, собственно. Ага. 10,5 сантиметров. А вместе с болтиками, если считать,
110,8, то есть 108 миллиметров. Здесь 10,5. Также. В общем, 10,5. Так, ну, по стандартам, по-моему, 10. Но 10. Вот из-за этого коннектора 10 не влезет. То есть его распаивать, если выпаивать, тогда да, тогда можно уменьшить до 10. Даже чуть-чуть поменьше сделать, то есть за счет того, что вот вырежется. Можно даже еще уменьшить. По крайней мере, вот в этой плоскости, в этой и в этой тоже можно, да. Так можно уменьшить, так можно уменьшить. Ну и так. И так тоже можно уменьшить. То есть со всех сторон вполне можно уменьшить. Если вот это перепаять. Но этим надо заниматься. Так, окей. А что второй? Отложим. Вторая часть. Куда ее, с какой стороны лучше открыть? Так, здесь у нас, наверное... Раз. Раз. Тоже коробочка пригодится. Так. И оп. Да. Оп. Резиночка для денег называется. Пригодится, когда будут деньги. Так, собственно, такая же штуковина. И тут все то же самое. Так. А даже я не буду, пожалуй, вот так вот вытащу. Оп. Раз. О. Винтики. И вторая. Все. Так. Отлично. Итого. Так, винтик. О! А это что такое? Пластмассовый винтик, что ли? Винтики железные, это пластмассовая штучка. Посмотрим, откуда это. Вроде на месте. Тоже на месте. Тоже на месте. На месте. Все на месте. Так, с этим все в порядке. Ага, там вот какие-то контакты, которые не подключены. Но это внутри. Сейчас внутри. Оп. Так, интересно. О. Оп. Оп. Ага. Вот там внутри как раз это маленько.
Ага, вот. Вот, откуда это. Маленько повредилось. Надеюсь, на способность это никак не повлияет. Но закреплять надо более... более качественно. Так, окей, отлично. Здесь у нас винтики на месте. На месте. На месте. Ага, вот он. Вот он, отсутствующий элемент. Собственно, чинится он довольно просто. То есть сюда вот так вот. Так. Ну, как его вот сюда. Вот. И, ну, надо затянуть. Так, вот тут. Тверки под руками нету. Есть ножик. Отлично. Так, остальное все снаружи, по крайней мере, на месте. Ну, в принципе, винтики держат хорошо в такой вот конфигурации. То есть ничего никуда не разваливается. Это снаружи. Снаружи все хорошо. Значит, внутри все четыре платы, которые были закреплены вот... Ой, даже не знаю, как это называется, штуковина. Ну, в общем, все, которые были закреплены вот через вот эти вот проставки, они все отвалились. Это, собственно, как его называют? В общем, USB-тройник. Так, интересно, интересно. Так, ну, по крайней мере, остальное все на месте. Здесь отверстия нету, хотя мне кажется, что было бы полезно это отверстие, чтобы... Так, там вот интересно, толщина. Здесь толщина, конечно, хорошая такая, то есть... 1.3 мм. Да, 3 мм. Может быть, потоньше. Хотя оно будет более хлипкое, если потоньше. Так. Ну, в целом, все классно. Ладно, на этом пока завершаем. И следующее тестирование. Оп. Что-то отвалилось. Ага. Значит, внутри, скорее всего, вот она, вот она. Как интересно, это что, пластмасса, что ли? Да, они пластмассовые. Пластмассовые винтики. Я думал, железные. Угу. Значит, нужно еще и ремкомплект, кроме всего прочего. Вот. Ну ладно. На этом пока все. Задавайте вопросы.